Всем привет! Сейчас мы с вами находимся в Кунду, а вообще мы едем смотреть виллу. Меня муж поставил перед фактом. Он купил виллу. Почему ее купил, я вам покажу на месте. Они взяли вместе с другом, потому что они очень любят ловить рыбу. А там и река, и море. Все рядом, и виллы. Сейчас мы должны только с вами проехать. Короче, в конце Кунду получаются эти виллы. Это мы сейчас с вами находимся в Кунду. Ну, кто отдыхал, наверное, знает, да? Здесь большое количество отелей и большое количество магазинов. Вот мы с вами зашли на территорию. Здесь вот так мило. Вот такой огород. Здесь уже кто-то живет. И, кстати, слышна русскоязычная речь. Вот такой вот... Ну, естественно, это все будет потом заполнено. Сейчас уже не сезон. Конечно же, самые лучшие дома это вот там, потому что они с видом на реку. Ну, пройдемте, посмотрим. Сейчас пойдем вовнутрь. Вот это вход с задней стороны. Там уже бегает у нас Таиланд. Это вот все-все-все ваше бахче получается. Там перед вашей виллой, да? Сейчас покажу. Вот на два хозяина. Если пройти насквозь, то можно увидеть... Насквозь, то вот здесь вот есть еще один балкон. Вот здесь, конечно, нужно менять полы, да? Прогнили. Это поменяем. Здесь вот у вас такой вот летний балкон с видом на бассейн. Теперь пройдем внутрь. Так, внутри вот так вот. Есть камин. Гостиная не очень большая. Ну, у меня больше сейчас, да, в данный момент. Есть камин. Вот. На первом этаже у вас есть мутфак. Вот такая вот кухня. Мебель вот тоже мне не очень нравится. Ну, в общем-то, если честно, я здесь не хочу жить. Кстати, здесь очень хорошо сдается в аренду. Зимой, летом вы можете сдать за 600, за 1000 лир в день. Если вы заходите, здесь есть вот такой вот маленький туалет. Совсем небольшой, да? На первом этаже. И есть вот такой вот небольшой... Короче, где складывать все вещи. Тряпки, швабры. И далее мы поднимаемся на второй этаж. На втором этаже нас встречает вот такая вот ванная. И здесь же стоит стиральная машинка, можно где постирать. Далее у нас идет вот такая вот комната. Свет еще не подключили, поэтому тогда без света. Ну, в общем-то, я могу открыть. Сейчас я жалюзи открою. А, жалюзи я тоже не могу открыть. Они на электричестве. Они автоматические. Следующая у нас идет вот тоже вот такая вот комнатка. Она тоже довольно-таки небольшая. Но у нее есть большой-большой балкон. Вот. И балкон опять-таки у вас смотрит на бассейн. Река вот находится там, но мы сейчас пойдем, я вам покажу прилежащее, что еще здесь есть к этим виллам. Балкон довольно-таки большой, он даже вот так вот, смотрите, вот так вот идет. Когда будут бананы, будем брать бананы, не будем покупать их, да? Такая вот комната, я вам отсюда сниму ее. Далее здесь на втором этаже есть еще одна спальня и с туалетом. Вот такая вот спальня здесь. Так, сейчас издалека опять. И вот такой вот туалет, ванная, душевая. Здесь душ, а не ванная.
Такой вот, если я закрою дверь, будет не видно. Поэтому давайте так. Вот. Но здесь есть еще третий этаж. Так, пошли на третий этаж. Вот такой вид у нас открывается с нашего третьего этажа. Вот видно реку, да? Вот она. Вот видите, вот в конце. Ну, я ее увеличу. Но она намного ближе, да, чем вам кажется. Так, это детская площадка. Вот там вот прогулочный парк. Вот есть река. Хранится лодку, либо яхту. Вот вид такой с третьего этажа. Внизу ведутся работы, поэтому слышно, да, звуки в соседней вилле. Вот если мы с вами выходим с балкона, мы попадаем в спальню. То есть на третьем этаже есть одна спальня с гардеробной, с джакузи. А джакузи вид на... Единственное, что меня радует. Но если честно, это очень далеко от города, и жить я здесь вот почему-то не очень хочу. Дальше у нас вот здесь вот идет. Это у нас гардеробная. Вот такая вот у нас гардеробная. Без гардеробной мне никуда. Шматья у меня много, вы знаете, я шмоточница еще там. Вот. И также, конечно же, у нас здесь есть туалет и еще душевая. Темно. Я вам сказала, да, свет нужно подключить. Лучше, когда вы покупаете квартиру, когда свет отключают предыдущие хозяева, вы можете проверить, чтобы потом не было, кто включал свет, кто... То есть, чтобы долги чужого на вас не были повешены. Такая большая спальня. Вот. Теперь пойдем, пройдемся по территории, да? Ну вот, теперь мы с вами, я вас проведу по территории. Детскую площадку я вам показала. Еще я вам забыла сказать, знаешь, под детской площадкой, вот там вот внизу есть сауны, спортивный спортсалон и тому подобное. Вот. Вот, смотрите, они как посадили, да, полностью скрыли свой этот... свою виллу. Ой, смотрите, они там еще бассейн у них внутри. Вот здесь вот есть отдельная вилла, вот видите, она вся загорожена, они себе еще бассейн сделали. Сейчас я вам покажу. Вот у них, видите, крытый бассейн. Это вилла на одного человека, видите, у вас, если вы купите вот такую виллу, эта вся вилла будет ваша. Если там 250 квадрат, то здесь 450 квадрат. Если честно, я не хочу такую, потому что убираться это ужас. У моих родственников есть такая вилла. Я, кстати, вам ее тоже покажу, но в душе Малты. Вот. А у этой виллы, конечно, вид классный. У нее вид прямо на реку. Вот если мы идем, вот мы с вами подходим к реке. Да, вот смотрите, здесь можно... оставить лодки. Но это мечта моего мужа, если честно. Мне эта лодка, что яхта, меня не интересует. Вот есть пирс, где вы можете установить лодку. Сейчас я вам покажу вид. Сейчас мы поднимемся с вами на пирс. Пирс же, да, это называется. Ой, смотрите, здесь греблей заниматься. А, вот смотрите, вот этот пирс, это вот общий, а это принадлежит, наверное, только вот этому, этому дорогому дому. Смотрите, у них даже свой пирс есть, где 450 квадрат. Я вот это что-то не знала. Вот, видите, здесь можно кататься вот так на лодках. А это общий пирс. Кто? Вот, пойдем дальше. Сейчас мы идем. Здесь еще, здесь у нас есть ступеньки. И также есть место, где просто вы можете посидеть, там сделать барбекю. Ну, на берегу реки, да, так скажем. Не на берегу моря, в Анталии на берегу реки. Это важно. На берегу реки мы встретили русскоязычную пару. Они откуда-то с России. Они приехали сюда на машине. Потом началась пандемия, и дороги были закрыты. И они вынуждены здесь были остаться дополнительно. Но сказали, что для них это не проблема. Им здесь очень понравилось. Они здесь снимают в аренду.